надоело шкериться по кустам миллион лет, а потом умирать просто. Никто нас не ругал, просто не пойму, зачем это несколько раз писать. Давай вот этот дом. Какой? Или ты в тот хочешь? Давай, в тот. Давай в тот. Думаешь, легко 20 минут бегать, поездить, собираться, лутаться, а потом просто неудобно залезть на крышу, соснуть? И без тебя не это самое неприятно. Ты еще хера тупишь. Чел, раз, чел, два, я вижу, что да, много. Бля, тут дохера. Ну да. Только не сверни в последний раз. В последний момент. Он на М-ку упал. Прыгай с крыши вниз. Он на М-ку поднимет сейчас. Ну, сука, он за мной бежит. У меня пушки нет. С кулаками. Я бегу от него, драпаю. Бля, у меня пушки нет. Да иди нахер от меня, кулачный даун, блядь. Вот уебан. Бля, патроны. Просто уеб... Там чувак с МК еще был. Ну все, я рип. У меня пушки до сих пор нет, я бежал кучу комнат, ни одной пушки нет. Второй его чувак прибежал с пушкой. Я понял, у меня просто нет, я оббежал кучу комнат, там ни одной пушки нет. Я понял. Блин, много-много чуваков тут прыгнул. Да всего 4 вместе с нами. Они двое, и нас двое. Ты живешь там еще, просто вышел. Да. Сейчас туда приду. Давай. Откуда он все время стрелу берет из жопы какой-то? Револьверчики. Шлемчик остался и все. О, шлемчик. Прицельчик остался. Я вчера с того чувака смотрел, который ты мне скидывал. Ну, он тоже вчера что-то неудачно. Он вчера играл, падает тоже, как мы его сейчас. Одного убивает, сразу рубит. Игра такая. Ну, он вчера пробовал от первого лица играть. Опирается херота такая. Ну да. Такое атмосферное, но экшона мало. Блин, вот этот вот чел за мной порос, бегал с кулаками. Дебил. Бывает.
Опа. Плохо, на него ж просто не забьешь, чтобы бегать, лутаться, пока он тебя долбит бегать с кулаками. Ну да. Так бы я на него забил, если бы не сильно коцало эти кулаки. Из лампы пути вообще ничего не попалось тоже. Ни одно, даже пистолета не попалось. У меня тоже ничего. Чувак вот на крыше на М-ку упал, и все. Его друг бегал с кулаками, а он с М-кой из крыши упал. Да, часто падаешь, и повезло, не повезло. Ну, мне вот тоже типа не повезло, но я в окна прыгал много раз. Ну, я так как сказал, и прыгать, я сразу свернул с крыши. Где-то же продавать их можно. Не знаю. Кепышки. Вдвоем зашкерились от меня в доме. Эти два чувака? Два чувака приехали за мной на машине, я их повырубал, они прячутся в домике. Они что, вообще в параше закрылись? Они в параше закрылись, прикинь. Они вдвоем в туалете сидят. Я им туда гранату закинул. Взорвал. Двоих. Двоих в параше взорвал, посмотри. Лянь, лянь, на стриме зайди. Это пиздец, боже. Они, это два человека на меня приехали убивать. Я понял. Сука. Люди приехали меня убивать. Я охерею. Шок. Сука, они просто закрылись и в ванну сели. Я без хилок, без ничего, стою один против двоих. Они на меня упоролись. Там по... Ну, короче, я не знаю. Я не знаю, как это комментировать. Танкисты, да? Это артоводы приехали. Что за бред? Там же места нет вообще. Они в ванне там лежат. Пацаны решили помыться. Два дебила, это сила. Понадо помыться, пацаны. Ну они теперь так делать, наверное, не будут. Наверное, игру удалят теперь. Не, ну чтобы двоих за гранату, здесь все что-то такая, что... Почему-то я кинул гранату, и... Один сдох, а второй что-то не сразу. Ползал. Наверное, настолько тупой, что даже взрывается не сразу. Через время. А вот смотрю как раз. Я дверь проломил и взорвал кибенем. Прям чётенько в дырочку закинул. Трёхочковый. Они пострелялись типа сначала. Я не знаю, что они там делали. А я слышу, что орудят, но в домике нету. Там единственная комната, это помойка. Сидят там. Шок-контент. Парашей закрылся. Против нас такой опасный соперник. Я, да. Я боюсь. Против нас один враг.
скажут, говорят, что ты читер. Ну, там уже две жалобы принимаю. Блин, что у меня одни винтики, что ли? О, третья морда. Шок. Одна аптека только. Энергетиков нет. Пацаны вообще, ребята. Пипец, просто закрылись, правда. Что они там делали, не знаю, реально уже ранка у кого-то была, на нее промывали в ванной. О, господи, все, я увидел. Ты еще через окно кинул. Ну, через окно в дверь. Так, аккуратненько так в ванне лежит. Второй выпал. Они тебя с танков знают, вот и очканули, я понял. Шлемов подвезли, вся херня. Нормальные пацаны. Черт. Да вообще шок. Я первый раз такой херню вижу. Я тоже. Чтобы двоих с одной гранаты всечь. Нет. Двоих взорвать окей. Ну, потому что они вместе были, но... Да вообще, короче, логики никакой. Вдвоём. Ну да. Но я одного вырубил, ну, быстренько так. Ну, никак. Сначала попал в него, потом он на меня выбегает из-за дома в открытое поле с дробовиком. Та-та-та-та. А я просто за забором сижу. Мне насрать. Он отстрелялся, я вылажу ему в голову тык-тык. Он лежит. Друг его слева из-за дома выбегает. Я спрятался. Друг не попал ни разу. Я вылажу, ему тоже тыкнул пару раз или раз. И тут они поняли, надо идти в дом. Он его, пока я вокруг забора оббегал, я думал, они в дом не пойдут. Я думал, я выйду справа из-за забора и убью их. Я вышел справа из-за забора, никого нет. Подхожу к дому, они шарудят. В окно смотрю, никого нет. Ну все, в ванне сидят. Пиздец. Блин, они хотя бы залезли, не двигались бы, что ли. А какая разница, там одна комната, что там. Вы ссыте. Очевидно, что они там сидят. Ой, не знаю. Вдвоем от одного чувака браться, это такое. Одного из них подбросило, поэтому умер не одновременно. Не знаю, я что они там делали. Один мог просто выбежать на мясо, а другой бы убить. Все. Так они просто на меня бежали, но по очереди бежали. Да, да. Получили, скажут, какой-то профессионал. Я ничего не делал, они сами подставлялись, такие странные челики. Я видел. По упороту. Да, трэш, что только не увидишь здесь. Ну. В танках такого говна нет. Правда, там маусы бывают на базе переворачиваются, но это такое. Я так и не глянул этот видос. Какой? Или это не видос был? Это стрим был. Опа, что-то бахает. Жесткое такое. С глушамбелем. Впереди. СКС с глушаком, наверное. Непонятно, куда стреляют. Да. А вон что-то на мопеде катается. Вон там вот на бугре что-то стреляет. А вон бегает. Пацана рипнул в чате. Пацан просто сразу выпал. Водитель вышел из машины, а пассажир такой сидит, типа, нормально. Ля около шмати, там все, выпало. Да, все, я вижу. Ляму вообще норм. Мне норм, мне нормально. Я себя чувствую комфортно.
Бля, мост это вообще чит какой-то. Бля, висит. А водитель вообще чит. Пассажир просто едет, а шо? Что с тобой случилось? Ты вообще же... Водитель пропал. Я за проезд заплатил, едем. Он просто на ходу выпрыгнул, сам сдох. Не сразу, вроде, не знаю, короче, я не обратил. Ну, сначала беленькая была надпись. Я не обратил внимания, я сразу пассажира начал бахать. Пассажир на мужика сидел. Он вообще бахер. Вроде еще не остановились, едем. Транспорт двигается. На стримах видел, кто-то сразу умирает, а кто-то летит в воздухе и потом умирает. Может быть, я не обращал на это внимания. Я, честно говоря, на надписи в этой игре очень туго как-то внимание обращаю. Я бывает не замечаю, что кого-то убили, слева внизу там надпись. Или еще что-нибудь. На надписи не сильно обращаю внимание. Он меня увидел. Красава, хули. Машина мне стреляет. Че, куда он стреляет? Пидор. Трогай мою машину. Сейчас зона за мост сойдется, ему придется идти. Или плыть. Придется. Да. Сука, вот эта машина тут мешает. Мне бы глушачок на эту эмку. Не, я про над... про то, что умирает, я понял. А, вон он побежал. Про надписи это я говорю, что когда чувак в машине сдох. Так это он прибежал или другой кто-то, непонятно. Он сейчас справа в ухо прилетит. Не вижу вообще. Ну, может он поплыл? Не, с одной стороны херово, что ты, ну, без меня один остаешься, а с другой стороны всегда бегают по два челика. Ты же хорошо стреляешь, так что ты минимум двоих убиваешь. Ну или они меня. Ну пока чаще ты их. Не пойму, он поехал, чет поплыл под мостом, побежал, чешу. Я не вижу его под этой херней. Поеду залутаю, что ли? Не знаю, он там, он не там. Не, наверное, нету. Он, наверное, за мостом будет меня ждать. Да, вон он на лодку сел. Лодочник. Да и правильно, чё под меня подставляться? Всё никак, тебе пацаны на машине, один казах спрыгнул. Так, что у меня лишнего? 8 штук выкинуть. Так. Надо 3000 накопить, сменить внешность. Мне всё-таки кажется, здесь хитбокс какой-то играет роль. Меньше у женского скина. Не знаю. Мне кажется, ничего не влияет. Я так вот вставал рядом, ну, с женским скином. Все, ну, руки тоньше, ноги тоньше. Ну и шо? Все потоньше. Это только внешний вид, на сервере это может быть все по-другому. Блин, если он меня там сейчас будет на конце моста ждать, это будет шок. Может и не он, а то другой. Но он на лодке поплыл, не знаю куда, не смотрел. Вроде никого не вижу.
да. Куда тут ехать? На, куда мы в трассу с тобой в этот дом? Какой дом? Еще не помню тут дома. С крыши нормальной. Слева? Так сейчас зона сойдется куда-то. А, вот дальше. Я думаю поездить, пока зона не сошлась. Надо только ни под кого не подлезть. Пробуем где-нибудь сидят. Тут везде сидят, наверное. 23 челика осталось. Я думаю посередине по полю покатаюсь, тут никого не должно быть, по идее. Может кого-то выманишь. Мне надо сейчас выманивать, когда я в машине катаюсь. Я вчера, когда я тут смотрел стрим, он выманил, въездил, сигналил. Давай, пацаны. Здрасте. Короче, куда-то приехал. Тот чел от третьего лица разваливает здорово вообще. Какой тот? Ну, стример этот. Ну да. Так четко стреляет, вообще жесть. Просто пачками бывает ложит чуваков. Магет. Магет. А сколько он у него наигран, не в курс? 1500. Хера себе. Ну там живёшь? Вроде как-то засчитывается. Не все часы сыграны, а как-то я не знаю. Хер его знает. Все равно типа, типа много. Полтора ходного. Ну у меня там 500 вроде. Должно быть. Да, у тебя там 500. Но я позже него начал играть. Ну он, видимо, еще и больше играет. Смотрю, ну да, там живёшь. Стримы там долгие. 12 часов. 12 это, наверное, самый большой. Да в него как-то играешь, и время что-то улетает непонятно куда. Ну, да, я только проснулся, уже 12 почти. Я думаю, лезть куда-то дальше или не лезть. Дроп летит. Да похер. Челики где-то едут. Полетело говно. Два раза попал уже. Чуваки катаются. Скара два раза попал, но что-то никто не сдох. На бобике катаются по бугоркам. Блин, два раза попал, а чего не сдох? Может, я в разных попал. Просто упали. Нормально, он херанул в обрыв, на обрыв на вазике. Чё бы нет. Сука, водятел с кулаками, я до сих пор, меня он бесит. Ну, я на зоне. Справа, может, что-то меня тут подлезть. Непонятно. Ты четверых уже рипнул? Ну, типа да. Да я думаю так стать, чтобы со всех сторон мне было удобно. Я сейчас, как обычно, залезу в более глубокую жопу, чем был. Мне кажется, нормальная позиция у тебя была. Там справа из-под бугра могли вылезть. А тут тоже. Разницы никакой, короче. Да. Слева я защищен всегда, а справа открытый такой. Можно под лево вылезти, наоборот будет. Как я не попал?
Странно. Ну, вроде в него прицелился, он на 200 стоял. По нему стреляли, может, он все-таки прилег? Не знаю. Последний момент. Он по полю, чуваки бегут. В желтых костюмах. Ух, я не знаю. Только про них разговаривали. Да, что-то я вообще косарылый. Один раз попал. Чуть-чуть выше надо бы стрелять. У одного рипнул. Убил голову. О, норм. Желтый костюмчик. Там кто-то в меня стрельнул. Вот как я не попал сейчас? Вот на месте остановился, и я четко ему стрельнул вроде. Да что за сука за дерьмо? А, я просто косарь. Блин, Джейс прям четко на него нацелился и не попал. Ага. Зона на мне, ну это просто шок. Охереть, ему везет. Да мне тоже везет с этими зонами. Не, потому что ты в него столько раз прям четко прицелился, стрелял, а что-то не попадает. Вот сейчас я что не попадаю. Вот попал вроде. Два раза Скара попал, он живой. Мне всегда один выстрел Скара, труп. Я чуть-чуть низковато стреляю. Сейчас в зоне там звонит. Позвонил. А тот куда-то в воду спрыгнул, что ли? Ну да. Перебежчики такие начинают бегать. Да мне везет зона вообще жестко. Ну да. Просто сидишь в одном месте. А чё она, сука, не попадает? О, вырубила чувака на ходу. Друга потеряли. Где там левый человек? Вот сейчас вообще просто чуть ли не сводя скинул и уланшот в голову. Охренеть. Блин, чувак, а на ходу прикольно снял. Да, ну его может поднимут. Я не в зоне, все. Сдаюсь. Осталось, кроме меня, еще 4 телека. Телека. Телек. Абригенчик. Этот умер без напарника, а тот с напарником, с машины, который упал. Ну да. До этого я вообще просто так от бедрухи чуть ли не завалил. Я видел. Целишься, не попадаешь, просто с бедрухи попадаешь. Они там уже, наверное, поднялись. Надо вправо, наверное, рашить. А зона на них. Ну да. Там что-то дымят. Работает спецназ. Спецназ. Еще мне игра предлагает в дерево бежать по открытому полю. А у меня нету дымовух. У меня второй убил, я этого нокнул. Сдаюсь. Ничего, все нормально, 9 фрагов сделал. Я этого нокнул, а второй меня убило. Он что, короче, это было незаконно. Нормально. Считай, что остался один.